Здравствуйте, ребята! Я рада видеть вас в нашей мастерской. Сегодня мы с вами сделаем вот такой замечательный кактус. Для этого нам понадобится цветная бумага, картон, ножницы, клей, шпажка, губка и степлер. Для начала нам нужно сделать горшок для нашего цветка. Нам нужен коричневый картон. Мы берем клей, намазываем клей на полоску и приклеиваем нашему картону. Далее мы возьмем наш картон и сворачиваем его таким образом. Берем степлер и скрепляем наш картон. Вот такой горшочек у нас получился. Далее нам нужно сделать сам кактус. Для этого я беру круги зеленого цвета, сворачиваю их пополам. Так нужно проделать с каждым кругом. Далее я беру клей, наношу клей на картон и приклеиваю второй. Хорошо придавливаю, чтобы все склеилось. Теперь еще раз наношу клей и приклеиваю еще один. Беру клей, наношу клей на картон и приклеиваю последний. Далее я беру наш кактус, открываю, беру шпажку, кладу ее в центр, намазываю клей. И приклеиваю так, чтобы шпажка оказалась внутри. Вот так у нас получилось. Далее нам нужно для горшочка сделать землю. Землю мы сделаем из губки. Мы берем наш горшок, берем фломастер, рисуем подходящую форму и вырезаем ножницами. Делаем все очень аккуратно. Наша губка подошла. Потом мы берем наш кактус и вставляем в наш горшочек. Далее нужно нашему кактусу приклеить иголки. Для этого я беру бумагу, наклеиваю на картон. И вот такие иголочки у нас получаются. Количество иголок вы можете решить сами. Наносим клей аккуратно. И приклеиваем. Делаем все очень аккуратно, чтобы наш кактус получился очень красивым. Иголки приклеили. И сейчас я предлагаю вам, нашему кактусу, сделать цветочек. Для этого я беру бумагу, наношу клей в центр нашего цветочка и приклеиваю второй. И еще нам нужно сделать серединку нашего цветочка. Я ее сделаю из бумаги желтого цвета.
намазываю наш цветочек клеем и приклеиваю сверху. Вот такой кактус у нас получился. Я надеюсь, что у вас получится еще лучше. До свидания, до новых встреч!